10 часов утра, уже плюс 26. Коты попрятались в уголочек. Солнышко только поднимается. Немножко еще тень. Астранция, цветет хоста. Очень люблю, как медиа-варигата. Хосточка с сиреневыми колокольчиками цветет. Трицертис зеленый, салатовый, цветет. Пиерис по новой пошел наращивать свои веточки новенькие. Весной цвел, и вот сейчас июль месяц снова цветет. Поднимает веточки, цветочков еще нет. Хоста патриот. Цветет, и много еще бутонов еще будет цвести. Следующая астранция красненькая. Вот они. Вот астранции, какое сейчас время цветения астранции. Вон, коты находят самую максимальную тень в тени от забора. Уже флоксы начинают зацветать. Вот такое утро. Суббота. Аквилегия продолжает цвести, смотрите. Многие уже семенами, а это еще беленькая цветет. Ахинацея начинает цвести. Розочка лимба зеленая стоит, смотрите, уже 2 недели стоит, ребята. Вчера только обрезала, чуть-чуть засохшие. Ахинацейки. Пчелка пьет нектар.